Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Анна. Пустые баночки, бытовая химия за май месяц. С опозданием. Ну что, поехали. Почти заканчивается, ну вот немножко остался. Освежитель воздуха. В фикс прайсе брала. Силицийский апельсин. Вроде хороший состав. Говно. Не берите. Вот просто. И все. И не держит. На секундочку, аромат слабоват. Следующее. Закончилось. Грасс. Мыло, пенка. Нам кто-то дарил вот такая вот. Гипоаллергена. Клинически доказано. 500 мл. 0+. Аромат такой, конечно, сладковатый. И надолго хватило. 500 мл. Нежно выходит такая пенка. Мыло, пенка. Вы пользуетесь мылом, пенкой? Ну, мне понравилось. Вот, посмотрю, если где-то еще будет продаваться, может, куплю. А интересно, если перелить, он пенкой не будет выдавать? Может, какой-то специальный дозатор? Да нет, здесь обычный, мне кажется, дозатор. Мне кажется, тут залито уже мыло пенком, скорее всего. Так, марка Грасс. Присмотритесь. Так, следующее закончилось Faberlic. Вот, ну, немножко осталось, но уже там не выдавливать. Это Витамания, жидкое мыло. Здесь у нас лайм и ананас. Мне понравилось. Жизненькое, вкусное, яркое, сочное. Хорошее настроение создает. Вот. И нет сухости рук от этой Витамании. Мне понравилось оно. Так, далее. Закончились, как это сказать, губки кухонные. Ну, я их часто показываю. Похоже, есть в фикс прайсе. Ну, вот такие. Дак Мак. Дак Мак. И в Ашане. Вот. Губки чаще меняйте, потому что на них больше всего бактерий. Везде губки меняйте. Что вы моете, что вы посуду моете, или там даже раковину. Губки меняйте чаще. Следующая закончилась. Вот такая бюджетная пена. В Улыбке Радуги покупала. For Family. Пена для ванн с растительными экстрактами эвкалипт. Легкая, жиденькая. Приятный такой аромат эвкалипта. Я люблю эвкалипт. Эфирное масло мне эвкалипт нравится. Я это поняла. Недорого стоило. Ровно литр. Аромат обалденный. Пена. Как бюджетный вариант. Все нормально. Хорошая пена. Так, закончилась морская соль для ванн с ароматом можжевельника. Брала вроде в фикс прайсе. Крупная, прям аромат дает можжевельника. Она смягчает, разглаживает, улучшает сон, самочувствие, снимает обмен, стимулирует обменные процессы. Мне понравилось. Буду повторять. Так, почти доиспользуем вот такое мыло. Называется... Лоситан, кто-то нам тоже дарил, 100 грамм большое. Оно так пахло первую неделю, но сейчас аромат отошел. Оно не трескается, такое качественное, хорошее мыло. И здесь оно так парфюмированно пахнет. Вот так оно выглядит, поближе показываю. Кто-то нам дарил. Понравилось. Она очищает кожу рук, сохраняя естественный уровень увлажненности, придавая невероятную мягкость. Аромат диких трав и цветов наполнит ванную комнату. Вот. Вот такой аромат. Так что не знаю, где искать. Можно погуглить. Так, закончился вот такой порошок фрутоняня. Это... Ой, какая... Какая фрутоняня? Ребят, у меня уже все, фрутоняня, блин. Ушастый нянь! Это мы брали маме на пробу, посмотреть, как он себя будет вести. Я купила большую версию в фикс прайсе. И стирая вещи только ушастым няням. Ну, именно мамины вещи, там, постельное белье, полотенце. Ну, вот, и врач так порекомендовал. Гипоаллергенная. Хороший порошок. Растворяется, никаких разводов. Мне кажется, у кого детки, наверное, пользуются. Далее закончилась вот такая губка. В том плане, что она уже высохла. Губка для обуви, бесцветная. Вот. Ашан. Хорошая марка. Мне понравилось. Буду повторять. Следующее. Закончился кондиционер Magic. Брала в Улыбке Радуги.
классный, обалденный аромат. 90 рублей стоит. Аромат просто шикарный. Чем-то, вы знаете, похож на Ленор, но аромат просто божественный, мягкое. От него и полотенце, и постельное белье, и вещи, и аромат держится. Вот. Если кому послабее нужно, ну, кто-то не любит сильную душку, надо другую марочку смотреть. Для туалета насадка. Я не вижу смысла покупать за 200-300 рублей. Вот эти Бреф, они смываются быстро. Вот. Освежитель туалета, все прекрасно. За... Ну, я сейчас не знаю, сколько он стоит, просто у меня в запасе много. Так, постоянно вот такие салфетки беру, вы видите, в покупках бактериальные. Протереть что-то вообще просто выручает. 16 рублей. Ашан, молодцы. Так, следующие закончились. Вот такие салфетки кто-то нам давал, не знаю, 200 штук. Токи Бэби. Токи Бэби. Очень классные, прочные. Ты вот так вытаскиваешь. Ну, как в коробочках бывает, но здесь мелкая версия. Сейчас скажу. Бумажные двухслойки Токи Бэби, да. 140 на 180, 400 или 120 штук. Классно использовали. Пригодилось. Так, что дальше? Закончилась зубная паста. Алтай Био. Она бюджетная. В Ашане вроде ее брала. В основном использовала ее мама и муж. Здесь активный кальций. Восстанавливает эмаль, поддерживает белизну зубов, предупреждает развитие кариеса. Вот. Кальций прям чувствовался. Да, использовали. Хорошо работал. Но вот кальций прям чувствовался. Прям. Я просто знаю, когда ты ешь витаминки, кальций какой-то на вкус. Вот здесь прям конкретно. Хорошая зубная паста, никаких претензий. Так, сейчас я использую зубную щетку. Она такая зелененькая, без всяких. И желтая такая щетина. Обычно, вы знаете, как похожа на зубная щетка, может быть, в СССР. Вот, средней жесткости. Магия ботаники называется. Да, президент. Хорошо очищает между зубов, вообще чистит хорошо зубы. И сама щетина не так травмируется. Сейчас вот второй месяц ей пошел. И обычная ручка удобная. И цвет такой яркий, зеленый. Так что президент, и паста хорошие, и зубные щетки. Так, смотрите, выкидываю зубную пасту Rox. Качеству зубной пасты Rox у меня нет. Она хорошая. Берите, когда со скидкой. Отбеливающая зубная паста с мультиминералом комплексом. Покупала я зимой, и в итоге потом я забыла, и что-то с ней произошло. И у меня вот, видите, она высохла, вот здесь вытекает. Ну, нереально уже ей пользоваться. Вот, здесь содержится кальций, фосфор, кремний для эмали зубов. Отбеливание, активная реминерализация эмали. Вот, без фтора. Очень качественная зубная паста, реально работала. Ну вот в связи что-то произошло с упаковкой. Как-то, может быть, я неправильно использовала. На выкид. Так, постоянно кому нужны, вот знаете, стельки бюджетные, фикс прайс, пожалуйста. Там есть подороже, 60 с чем-то рублей. Белые, серые, черные, для спортивной обуви. Даже вот типа экспадрили. Стельки только фикс прайс. Вот. Happy Food называется марка. Так, закончились. Видели, да? О чем сейчас бумажные платочки Зева? Какая цена здоровая. Вот. Ашан. 60 рублей. Бумажные платочки носовые, как и Зева. И никаких претензий. Такие же можно купить и в Чижике похожие. И в фикс прайсе другой марки есть. Так. Открыли мы вот такой Клиан салфетки, вискозно-универсальный, 220 штук. Это мы покупали в светофоре. И я из-за них даже иногда возвращаюсь, потому что надолго, правда, хватает, даже на 6-7 месяцев что-то убрать, протереть. Вот эти салфетки прям можно использовать, но они небольшие. Для окон маленькие, конечно, для кухни идеально, для ванной нет, я не использую, для авто... Экспресс-уборка за 5 минут. Они такие беленькие, шикарные. Прям незаменимые.
И смотрите, кто будет в светофоре. Так, ну смотрите, немножко осталось. Вот такая соль. Сенсотерапия. Натуральная соль для ванн. Лаванда, ромашка. Классная соль. Вот немножко осталось. Просто сразу решил показать. Тут на один раз. Аромат просто сногсшибательный, в отличие от вот этой с можжевельником. Это прям... Надо мне запасы пополнять. Что-то у меня и пена закончилась, и соль. Покупала в Ашане. Вообще была со скидкой. Пишите, где вы покупаете морскую соль, пену для ванн. Где берете? На Валберес. Каких магазинов? А многие любят, знаете, такая, которая переливающаяся. Ну, вы поняли. Что дальше? Закончилась большая упаковка. Я знаю, кто-то любит папе, кто-то Зева. Это любители Зева Делюкс. Нежная, трехслойная. Здесь сколько у нас? 8 рулонов с персиком, впитывающим подушечками, растворяемая лунка. Ну, что ты скажешь, Зева? А, у меня, смотрите, еще закончился ополаскиватель Faberlic. Сейчас он вышел в новом формате. Он такой слабенький, но хорошо ополаскивает. 100 рублей стоит, тут 200 мл свежесть. Но он не такой, знаете, как Listerine там или Close Up, который такой сильный. Нет, он слабенький. Ну, за 100 рублей, что вы хотите. Так, закончились. Одна упаковка. Бумажные полотенца у нас летят. Вот такой большой рулон. Ну, нам на 2 недели хватит такого рулона. 80 с чем-то рублей он стоит. Папе. Постоянно возвращаюсь, хорошо впитываются, рвутся лучше, чем даже Зева отдыхает. Следующее. Бумажные полотенца. Опять папе 2 упаковки. Тоже классные. Долго говорить о них не буду. И последнее. То, что летняя бумага закончилась. Ой. Любители Зева. Ну, тут просто классика, без всяких добавлений, впитывающих подушечек. Обычная синяя классика Зева. Все. Показала, рассказала. Все пустые баночки бытовой химии. Кондиционер еще у меня не закончился. Другие порошки у меня тоже, потому что у меня там по 3 килограмма, стирка каждый день по 3-4 раза. Ой, стирки хватает. Вот. Так что подписка, лайк, любой комментарий. Всех целую, обнимаю и до следующего видео. Всем добра, желаю.